Специальный чемоданчик – бессменный атрибут сотрудников органа дознания пожарного надзора. В нем хранится целая криминалистическая лаборатория. С его помощью дознаватель собирает материалы для дальнейшего расследования, поскольку далеко не всегда причина пожара лежит на поверхности. Обгоревшие конструкции и пепелища для них могут свидетельствовать о многом, а найденный на месте происшествия провод быть красноречивее слов очевидцев. Выехали мы на место. Каждый пожар он по-своему особен. То есть мы находим очаг, причину, делаем протокол осмотра, опрашиваем людей, которые свидетели этого пожара были, то есть собственников, какой причинен материальный ущерб. После этого, то есть, собираем весь материал и делом либо отказываем возбуждение уголовного дела, либо возбуждаем уголовное дело. Абстрагироваться от горя людей, потерявших имущество, или, что в разы хуже, своих близких, руководствоваться только холодным рассудком, всегда докапываться до сути. Помимо спецоборудования, дознавателю необходимы крепкие нервы. Александр Левкин пришел в Саровский пожарный надзор в конце июля прошлого года. Работа порой испытывает на прочность, признается мужчина. Помогли быстро погрузиться в рабочий процесс советы и помощь старших, более опытных коллег. Коллектив принял очень хорошо, все помогали, ребята. Какие вопросы я задавал, все мне рассказывали, объясняли. Но я думаю, что да, буду дальше идти именно развиваться в этой сфере. Вот. Очень интересная работа. Вот. Случаи бывают специфические, они всегда разные. То есть нет каких-то однотипных вариантов. Они находятся в круглосуточной готовности к реагированию на нештатные ситуации. Пожары, сработавшая сигнализация или сигнал о ДТП, поступивший на 112. За ушедший год на вызов они выезжали 972 раза. И даже в свой профессиональный праздник остаются на посту. Исторической датой основания дознания в пожарной охране советского времени считается 23 января 1928 года. В этом году им исполнилось 95 лет. Хочу поздравить коллег, представителей органов дознания нашего ведомства с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Хочу поздравить вас с праздником, с профессиональным праздником органов дознания. Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, счастья, благополучия и успехов в дальнейшей карьере. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.